Восьмой факт, немножечко шестой. Всем приветок, с вами Лизок. Ребята, в последнее время жучков стало намного больше. Я решила снять видео 50 фактов обо мне. Поехали! Первый факт. Меня зовут Лиза. Второй факт. У меня фамилия Любарская, но я не сестра Леры Любарской. Третий факт. 10 дней назад мне исполнилось 10 лет. Четвертый факт. Я живу на Украине. Пятый факт. Я очень люблю сладости. Шестой факт. Мой канал называется «Жучок», потому что это вообще-то не мой канал. Раньше это был канал моего папы, и мой папа назвал его «Жучок». А потом он отдал его мне, и название канала осталось, поэтому мой канал называется «Жучок». Седьмой факт. У меня нету графика выкладывания видео. Я стараюсь выкладывать в неделю 2-3 видео. Восьмой факт немножечко смешной, потому что вот в какое бы кафе мы с мамой не зашли, тут может быть сначала пусто, но потом, вот как только мы зашли, сразу могут открываться двери, и тут может появиться толпа людей. Вот я вам даже сейчас покажу. Мы зашли в Шарикаву, и тут абсолютно пусто. То есть кроме меня, мамы и Германа... Привет. Тут абсолютно никого нету, но разве что тут еще продавцы. Девятый факт. Я очень позитивный человек, и поэтому очень ярко выражаю свои эмоции. То есть от радости я могу запищать, заверещать или допрыгать до потолка. Десятый факт. Я хочу побывать в Америке и в Париже. Одиннадцатый факт. Я свой канал веду уже 2 года, но зарегистрирован он намного позже. 12 факт. Я была в Египте, Турции и России. 13 факт. Я очень люблю, когда вы ставите мне лайки. И, кстати, вы, если вы еще не поставили, то обязательно ставьте. Я буду очень рада. Это как вознаграждение за ту работу, которую я сделала. 14 факт. Мне сейчас очень жарко. 15 факт. Снимать видео мне помогают мои родители. 16 факт. Я люблю читать. 17 факт. Я уже не занимаюсь фигурным катанием. 18 факт. Я очень люблю проводить эксперименты. 19 факт. Я мечтаю о маленькой собачке. 20 факт. Я могу делать несколько действий одновременно. То есть я могу кушать, смотреть YouTube, разговаривать с мамой. 21 факт. Я люблю слушать музыку очень громко. Очень-очень-очень-очень громко. 22 факт. Я быстро нахожу общий язык с незнакомыми людьми. 23 факт. Я не переношу, когда люди лгут. 24 факт, я пунктуальная. 25 факт, когда я голодная, я очень-очень злая. 26 факт, всегда люблю узнавать что-то новое. 27 факт, я читаю все комментарии под видео. 28 факт, я уже очень давно не смотрю телевизор. 29 факт, я очень быстро разговариваю. 30 факт, я не обижаюсь на людей, я даже не вижу в этом смысла. 31 факт, я люблю порядок. 32 факт, я люблю розовый цвет. 33 факт, раньше я не любила носить юбки и платья, потому что мне было неудобно. А сейчас я их полюбила. 34 факт. Я люблю примерять мамину обувь на высокой платформе. 35 факт. Я люблю маленьких детей. 36 факт. Ребята, пока я снимаю видео, тут уже зашло очень много людей. 37 факт. Я люблю ездить с папой за покупками. 38 факт. Я перешла в 4 класс. 39 факт. У меня очень много друзей. 40 факт. Я обожаю YouTube. 41 факт. Я видела таких блогеров, как Алена Венум, Рома и Диана Кидс Шоу, Папа Николя Алис, Яла и Янго. 42 факт. Я мечтаю получить серебряную кнопку. 43 факт. У меня очень много идей для видео, но иногда мне просто лень их снимать. Я уже видела, что многие блогеры признаются, и я в том числе. 44 факт. Я люблю цветы. 45 факт. Когда я хочу идти в школу, я просыпаюсь намного раньше будильника. 46 факт. Ребята, если вы не знаете про мои соцсети, то подписывайтесь на мой инстаграм, на мой ВК, а также я недавно появилась в мюзикле. Мой профиль Лиза Любарская, все ссылочки будут в описании, поэтому подписывайтесь, буду вас ждать. 47 факт. Я люблю играть именно в активные игры. Но если уже взять настольную игру, то я люблю играть в бизнес. 48 факт. На улице в моем городе меня уже знают мои подписчики. 49 факт. Я очень люблю вас, мои дорогие подписчики. 50 факт. Это были все факты обо мне. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал Жучок, на мои соцсети. Всех люблю, целую. Пока-пока.